При выполнении упражнений на шею, на мышцы шеи, всегда надо помнить о том, что все упражнения, все движения надо делать очень аккуратно и постоянно контролировать степень напряжения и сопротивления. Потому что травмировать шею достаточно просто. Многие об этом забывают. Но об этом всегда надо помнить. Итак, исходные положения, вот принципы и концентрации можно будет подробно посмотреть в тех видеоматериалах, когда я рассматривал изометрический тренинг. Потому как вот эти все позиции на различные группы мышц были в этих материалах рассмотрены только в режиме статическом. Ничего не меняется, за исключением того, что мы уже добавляем динамику. И следует единственно контролировать вот эту координацию. А базовые все понятия, стойки, все эти варианты, оно сохраняется, как и при выполнении упражнений статического характера. Итак, несколько упражнений для шеи. И всегда помню, что на начальном этапе мы концентрируем все свое сознание на конкретной группе мышц, в данном случае на мышцах шеи, а в дальнейшем добавляем в это напряжение, в импульс преодоления сопротивления все группы мышц. То есть складываем в это усилие мышцы всего тела. Итак, упражнение на развитие мышц плеча, дельтовидных мышц, которые, как мы знаем, делятся на три группы: передняя часть, средняя часть и задняя часть. Упражнение на развитие передней части дельтовидной мышцы. Обыкновенный жим.
То есть мы имитируем жим вверх. Если бы это делали гантелей, гирей, штангами и тому подобное. Делаем мы данное упражнение с наложением ладони на ладонь. Выставляем все это, создаем образ. И создавая при этом комфортное сопротивление в зависимости от функциональных возможностей, производим жим от груди. Средняя часть дельтовидной мышцы. Создавая сопротивление, стараемся руку вытянуть в сторону. Вот по такой траектории. То есть средняя часть дельтовидной мышцы. Задняя часть дельтовидной мышцы. Для более изолированной проработки можно данное упражнение выполнять наклоне вперед. То есть вот с такой позиции. Упражнение для развития мышц груди. В данном случае мы можем применить два варианта. Упражнение первое. Руки с открытыми ладонями скрещиваем перед грудью. Руки согнуты. Создаем самосопротивление. И выпрямляем руки вперед. Вот по такой траектории. В данном случае это упражнение развивает средние пучки грудных мышц, так условно говоря. Второе упражнение на развитие мышц груди.
Траектория, по большому счету, не настолько важна. Траекторию надо выставить согласно вашим каким-то анатомическим особенностям тела. Главное найти вот в этой траектории фазы наибольшего напряжения мышц. В данном случае мышц груди. Вот это основное. Может рука так проходить, может так проходить. Главное, чтобы вы чувствовали максимальное напряжение и могли с наивысшим КПД проработать ту или иную группу мышц. Теперь всеми любимый бицепс-трицепс. Аналогично тому, как мы выполняем упражнение с отягощением в руках. Бицепс. И трицепс. Движение в противоположном направлении. И также создаем самосопротивление при помощи другой руки. Можем выполнить также упражнение для мышц туловища. В наклоне пытаемся сделать наклон глубже и создаем сопротивление руками, которые упираем в колени. И во время выпрямления мы сопротивляемся напряженными мышцами туловища выпрямлению рук. Вот приблизительно вот в таком ракурсе. И можем в завершении проработать мышцы ног при помощи статического напряжения в позе всадника. От 30-60 секунд и в зависимости от вашей функциональной физической подготовки до 3 минут. Вполне достаточно. Ну, максимум 10 минут. Как я всегда указываю, это вообще золотой стандарт. Если вы способны в течение 10 минут, выдержав все условия по выполнению данного великолепного упражнения, то этого вполне достаточно. Даже для уровня спортсмена. Спортсмена на уровне мастера спорта, как минимум.
если стоять более 10 минут, то уже включаются другие механизмы. Это совершенно иная практика, больше уже направлена не сколько на атлетическую подготовку, а на уже энергетические практики. И это совершенно другой уровень. Можно стоять и по часу, и по два, и по три. Но это уже совершенно иная песня. И в завершении, еще раз говорю, проработка ног в позе всадника. Величина приседа, сгибание ног в коленях, также зависит от вашей функциональной возможности, от вашего функционального уровня. Вот в целом, что касается вот такого комплекса, который, еще раз повторяю, носит рекомендационный характер.